Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей», в студии Дарья Гребнева. Здравствуйте. Накануне Кунгурский район потрясло бедствие. В поселке Ильича случился масштабный пожар, оставив за собой лишь пепел от нескольких домов и построек. Крупнейшее возгорание тушили всем миром. На место съехались пожарные со всей округи, в том числе и кунгурские огнеборцы. По их словам, в послеобеденное время огонь вспыхнул в одном из домов, а затем пламя перекинулось и на два соседних жилища. В ожидании пожарных, наблюдающие за происходящим, не могли скрыть своих эмоций. Я боюсь за этот дом, очень боюсь. Это новый дом, и походу он сейчас загорит. В 14 часов 20 минут на пульт 01 пожарной части города Кунгура поступило сообщение о горении жилого дома в населенном пункте поселок Ильича. Подразделения выехали на место пожара по рангу 1 бис. В пути следования поступали сообщения от населения о горении нескольких жилых домов. Было принято решение об открытии ранга пожара до номера 3. По прибытии на место первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение трех жилых дачных домов, сохраняется угроза распространения пожара на соседние дома. Четыре десятка пожарных и 15 единиц техники тушили дома в отдаленном поселке. В результате сгорели три дома, две бани и сараи. По словам спасателей, жильцы успели покинуть свои дома, и в результате разгула огненной стихии никто не пострадал. Причины возникновения пожара и ущерб на данный момент устанавливаются.